В Малом зале Дома правительства Карачаево-Черкесии прошло совещание с представителями общественных организаций республики и Министерством образования и науки по вопросам подготовки государственного учебника по учебному курсу «История нашего края» Карачаево-Черкесской республики для 5-7 классов. На собрании обсудили вопросы по подготовке учебного материала и об основных целях, задачах данного образовательного курса. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В соответствии с внесенными в действующее законодательство в сфере образования изменениями в школьный курс для 5-7 классов добавили часы по региональной истории. В связи с этим в республике готовится к изданию государственный учебник по учебному курсу «История нашего края. Карачаево-Черкесская республика» с 5-7 классы. Открывая совещание, заместитель председателя правительства региона Джанибек Суинов подчеркнул, что активно ведется работа, и сегодня с ней ознакомятся и представители общественных организаций. Мы тоже активно включились в этот процесс. Была создана по поручению главы Карачаево-Черкесской республики специальная рабочая группа, создана, в которую были приглашены наши ученые, ведущие, наши педагоги, которые специализируются по направлениям. Министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко рассказала о целях и задачах создания учебника, такие как осмысление школьникам исторического опыта своего региона и страны, формирование и развитие самосознания подрастающего поколения. Наш регион входит в число 32 российских субъектов, в которых появится учебный курс по региональной истории с новым государственным учебником. Конечно, подготовка данного учебника, в основе всего этого лежит задача по воспитанию гармонично развитой социально ответственной личности. Цели изучения этого курса – это формирование и развитие личности школьника. Также Министерством просвещения Российской Федерации был определен ряд основных требований к подготовке учебника по региональной истории. Для подготовки учебника был создан авторский коллектив, куда вошли научные сотрудники и преподаватели КЧГУ и научно-исследовательского института учителей истории образовательных учреждений. Руководитель данного коллектива – доктор исторических наук профессор Рустам Бегиулов. Он ознакомился с содержанием научного труда представителей общественных организаций. Нам было сказано, чтобы история Карачаево-Черкесской республики была максимально синхронизирована с историей России. То есть, в общем-то, в том числе по тому плану, что если те или иные события затрагивают и Карачаево-Черкесию, и Россию, то они были как бы максимально приближены. Ну, например, тоже не только по современности, что гораздо проще, да, но и по более древним периодам. По завершению совещания всем представителям общественных организаций передали подготовленный материал учебника для ознакомления с содержанием. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.